Всем привет! Вот еще такая бандеролька пришла с Китая. Сейчас посмотрим, что там в нем есть, в этой бандерольке. Так, ну, упаковка вроде не порченная. Все тут, все нормально. Вот, поглядим. Что-то я тут выписывал. Много всякой всячины. И уже забыл, что должно приходить. А, вот. Вот она что. Так, как она открывается-то? Так. Похоже, мы так не откроем. Наверное, вот так надо ее открывать. Так, ладно. Ага, вот такая вот штучка. Так, тут, значит, это вход, а это выход. В общем, это аккумулятор можно заряжать, и она должна показывать тут емкость, напряжение там и так далее. У этого устройства есть вход, на который мы можем подавать напряжение от 3 вольт до 9, и есть у него выход. Сбоку видно, что здесь есть дисплей. Вот оно, дисплей у нас. Вот это вот, это показание, какое напряжение у нас идет на выходе. Вот это у нас на дисплее показывает время, сколько у нас идет заряд какого-то аккумулятора, там, сотового телефона или там ноутбука. Вот это значение показывает, каким током идет заряд у нас. Вот пока он заряжается, вот у нас тут ток какой-то видно. А вот это значение, это у нас емкость того устройства, которое мы заряжаем, миллиампер-часов. На корпусе у нас имеется кнопка, вот она, для того, чтобы сбрасывать вот эти показания. Дело в том, что когда у нас процесс идет, то вот эти все показания, они у нас в памяти сохраняются. И потом, когда мы его выключим, они так в памяти и есть. То есть, если мы заряжаем, например, какой-то аккумулятор, до вечера зарядили, потом на ночь мы его выдернули, то на следующий день продолжится зарядка. И вот эти показания будут прибавляться дальше. В общем, все это ничего не сбросится. Но когда нам надо какой-то другой аккумулятор, значит, тогда мы вот тут нажимаем этот reset, и у нас все это дело обнуляется, и весь процесс пошел по новой. Так, выглядит он вот так. Вот первые варианты были белые, а сейчас делают из плекса, из прозрачного. Размер у него 24, ширина 74, длина и 14 высота. Вот такой он маленький. У меня тут один аккумулятор спорный, вот, так как вот у него емкость вот такая вот бешеная написана. Я думаю, надо проверить, что же он на самом деле, этот аккумулятор. Он не может такой быть, по всем правилам не может быть. Вот я, короче, взял его, поставил и начал его заряжать. Вот он у меня заряжался вчера. Так, вот этот вот у меня аккумулятор, он показал у меня 713 мАч всего-навсего. Так, а вот тут у меня вот другой стоит, я его заранее зарядил до отказа, и на нем написано 2200 мАч. Я его разрядил вот на это сопротивление, оно до сих пор горячее, и вот он полностью до... Ну, до минимального своего значения разрядился. Вот, вот только что потух. Потому что дальше нельзя разряжаться. Но вот сейчас мы глянем, сколько у него что получилось. Получилось 1334 мАч. Вот у этого. Так что вот так вот. Ну, сейчас он потухнет, все. Ноль. Вот. Вот. Ну, в общем, вот этой штучкой, значит, можно аккумуляторы заряжать, контролировать ихнее, сколько у них емкости и все такое прочее. Так, ну, в общем, спасибо вам за просмотр. Кому эта штука будет нужна, пожалуйста, под фильмом есть ссылка, где ее можно выписать. Ладно, пока, всего хорошего.